Всем привет! И сегодня снова с вами я, Перваков Андрей. И в своей рубрике, друзья, я бы сегодня хотел с вами поговорить об инвестициях. Но об инвестициях не как о банковском продукте, а как о продукте того, что вы можете получать удовольствие, наслаждение, кайф и драйв от использования каких-нибудь товаров или, скажем, продуктов компании Amway. И сегодня речь пойдет о ножах бренда iCook. Вот он выглядит таким образом, этот наборчик. И сейчас вот немножко потихоньку про каждый ножичек я вам расскажу. Сразу хочу сказать то, что первое преимущество этих ножей в том, что это толстая кованая сталь, мягкая, которая очень легко затачивается. И эти ножи очень прочные. И давайте знакомиться. Вот один из таких ножей. Это шеф-нож. Он вот такой большой, вот такой огромный. Вот. Естественно, так как сталь толстая, он тяжелый. Но еще одно преимущество, скажем, легкость использования этих ножей заключается в том, что здесь технологически создан баланс между весом лезвия и ручки. И, соответственно, весь вот этот угол построения рукояти создан таким образом, что даже женская рука, когда этот нож берет в руки, то легко с этим справляется. И причем нет таких болезненных ощущений потом в области кисти, как это происходит с традиционными ножами, которые мы покупаем в магазинах, иногда не понимаем, что и как. Соответственно, сам угол ножа позволяет им хорошо пользоваться. Ну и, соответственно, этот нож куда мы можем применить. Нарезать овощи, мясо резать, салаты и тому подобное. И, честно говоря, вот даже несмотря на то, что он такой огромный и большой, я просто вот кайфую, когда в процессе приготовления пищи использую вот эти наши ножи. Второй нож в этом наборе, который мне очень нравится, это так называемый сантоку. Что это такое? Это нож предназначен для того, чтобы резать продукты, которые имеют липкую основу, консистенцию. Ну, такие как сыры, допустим, картофель. Можно смело, допустим, вот этим ножом резать хурму. И она не будет прилипать за счет вот этих выемок, которые находятся здесь на лезвии. Хочу еще добавить то, что сталь здесь немецкая. Вот. И, соответственно, этот нож Сантоку, он предназначен не только, конечно, для липких каких-то продуктов. И можно также резать и те же самые салаты и тому подобное, и выполнять все функции, которые выполняется шеф-ножом. Дальше, если мы пойдем, это вот средний такой нож, так называемый разделочный, и мы можем, скажем, резать мясо, опять же, вот рыбу и так далее. То есть можно также вот чистить овощи и тому подобное. Но на этот счет, здесь есть другой ножичек, который называется овощной. Он немножко поменьше в размерах, да, можно вот сравнить. И, собственно говоря, каждый вот по своему усмотрению, кому какой нравится, может его применять. У нас, допустим, в ходу вот супруга любит использовать вот этот нож, средний. А я вот люблю использовать, который поменьше. Я не знаю, почему так. Ну, вот в нашей семье вот так вот. И самый основной нож, о котором я хочу сказать, это действительно тот драйв, который я получаю от его использования. Это так называемый хлебный нож. Выглядит он вот таким вот образом. Сразу хочу сказать, что он очень острый. Его не нужно затачивать. И, собственно говоря, вот мы заговорили об инвестициях. Да? Почему именно инвестиции? Ну, сразу хочу сказать, что вот эти ножи, они перейдут не в одно поколение и вперед на несколько десятков лет. И то есть, купив один раз этот, допустим, набор, он может прослужить вам, вашим детям, вашим внукам и так далее. И я хочу сказать, что предки наши будут за это нам только благодарны. И вот прелесть этого ножа в чем? Так как он называется хлебный, он предназначен для того, чтобы резать хлеб, допустим, с наименьшим количеством крошек. И он хорошо с этой функцией справляется, потому что вот уже сколько опыта, скажем, использования у меня есть. Какой только хлеб я им не резал. Мягкий только вот с завода, твердый там после нескольких дней. Рыхлый там еще какой-то тому подобное. Ну а также вот основное направление, которое рекомендует, скажем, использовать этот нож, это нарезание овощей.
И вот на этом примере я хотел бы показать, вот, допустим, как нож справляется с помидором. То есть здесь, знаете, даже не нужно делать каких-либо нажимов. За счет того, что вот мы нож ведем, он сам очень хорошо справляется. Смотрите, как классно. И он режет вообще бесподобно. То есть вообще это что-то такое вот неимоверное. И вот действительно, вот, потратив однажды вот эти деньги, я, допустим, на протяжении уже нескольких лет мы используем этот набор у себя дома. И вот один положительный момент, который нас всегда преследует, это наслаждение этим продуктом. Мы его купили, и мы на сегодняшний день ни капельки не пожалели о затраченных средствах. Вот. Это то, что касается этого ножа. И, конечно же, мы идем дальше. Так как эти ножи все-таки, их необходимо периодически затачивать, да? У нас есть вот такое фирменное точило, которое раскладывается вот таким вот образом. И, соответственно, здесь есть место для заточки. Здесь мы можем затачивать ножницы, а здесь мы можем затачивать наши ножи. И вы знаете, вот момент заточки происходит вообще. Любая женщина с этим может справиться. Зачастую, знаете, как раньше было, у нас был старый точило. И меня всегда супруга вот: Андрей, поточи ножи, Андрей, поточи ножи. Естественно, я брал, точил ножи. Очень часто ходит миф, что если ножи тупые, в доме нет мужчины и тому подобное, да, то здесь, на сегодняшний день, женщина сама может с этим справиться очень легко. Потому что здесь не нужно делать каких-либо усилий. Даже вот большие ножи, если мы берем, мы просто ставим желоб и проводим 10 раз туда-обратно. Практически можно даже не нажимать. И мы получим то, что, скажем, тот угол камней, который там поставлен, мы все это аккуратненько, очень все это сделаем и получим идеальную заточку вот этого ножа. Вот. Опять же, хочу вас предупредить, будьте аккуратны после того, как вы поточили, потому что ножи становятся очень острыми. Вот. И, конечно же, в заключение я хочу сказать то, что здесь, в этом ассортименте, у нас еще присутствуют вот такие вот универсальные кухонные ножницы. И я вам хочу сказать, что эти ножницы непростые. Они многофункциональны, и их можно использовать не только... Их можно использовать не только на кухне, но и, допустим, где-либо еще. И вот если присмотреться, смотрите, вот с одной стороны здесь есть место для того, чтобы, допустим, грецкие орехи раскалывать. Да? Есть открывашка для бутылки. Есть... Вот такое вот отверстие для того, чтобы разделывать. Вот это отверстие для того, чтобы разделывать и перерезать там куриные косточки, там рыбьи хребты и тому подобное. То есть очень аккуратно. Соответственно, используем ножницы по назначению. Можно даже перекусывать проволоку. Здесь вот есть момент такой очень интересный. Но еще один эксклюзив, то, что эти ножницы раскладываются на две половинки, и их очень хорошо сполоснуть и, соответственно, вымыть. То есть вообще бесподобно и потрясающе. Также мы аккуратненько их собираем. Вот они у нас, собственно говоря, готовы. Вот такой очень интересный набор, такой очень интересный бренд, который сопровождает нас уже на протяжении нескольких лет. И опять же, я хочу напомнить, что любой человек, который заинтересовался нашей продукцией, он может зарегистрироваться. Но я хочу сказать, что если вы покупаете набор вот этих ножей, вы сразу становитесь VIP-клиентом, и у вас будет автоматически скидка уже 23%. Плюс, при покупке этих ножей вы уже будете иметь скидку 1500 рублей. Классно? Я считаю, здорово. Где такое, допустим, можно вот найти в магазинах, я не знаю. Но здесь, опять же, нас преследует от компании Amway гарантия качества, гарантия возврата. Вот. Что это такое, вы можете зайти на сайт и познакомиться с этим. И, естественно, конечно же, вы всегда будете от этого получать хорошее настроение, кайф и драйв. Все, пока, до следующих встреч.